Мы находимся в шымкентском ресторане. Здесь работает молодой повар. И на самом деле он уже профессионал своего дела. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Нурбулат. Как вы пришли к этой профессии, стать поваром? Для начала я работал здесь барменом. И потом со временем мне очень понравилось быть поваром. И я как бы думал, посмотрю, получится ли у меня или нет. Ну вот, со временем у меня все получилось. Какие блюда вам больше всего нравится готовить? Ну, паста, основное паста. Сейчас я в данный момент стою на станции паста, и мне она больше нравится. А паста какая? Паста делается с макарона. Там много видов их есть, например, таглателли фунги. Это паста таглателли. Соус, в нем добавляется шампиньоны, белое вино и сливки. И таким образом получается таглателли фунги. Это паста называется, итальянская паста. Это пицца у нас для детей. И делается она сперва тесто. Тесто закатаем, сверху мажем томатом. И кладем сыр, моцареллу. Нурбулат поделился с нами своим секретом. На самом деле он сейчас учится на втором курсе в медицинском колледже и стать поваром не собирался. Семья, я живу с родителями. Вначале они были против, а потом у меня началось получаться, и они меня поддержали. Я стал работать здесь. Таким образом я зарабатываю на жизнь, и чтобы оплатить учебу, и с другой стороны я набираю опыту. Наш герой за полгода работы в ресторане научился готовить различные блюда. Он считает, что молодые люди должны стараться сами обеспечивать себя, а не сидеть на шее у родителей. Вот моя детская пицца готова. Желаю всем приятного аппетита и доброго дня.